Приехали мы, проехали мы через весь Барнаул, заехали купить шаурма. Вот есть такое кафе Дубай быстрого питания. Посмотрим. По 110 миллилитров. Соус. Тебе острый соус? А, теперь нельзя. А какой там еще есть? Не острый. Вот сырный. Давайте один сырный, а один острый. Это маленький, да? Да. 62-63. Ты что, заказ договорить? А что ты делаешь? О. Зачем ты это снял крышку? А что, как через это? Да. Так я же этот неграмотный колхозник. Мы не... Ой, ё-моё. Зачем ты порвал это? Что ну нафиг, я нормально попью. Так удобно было бы. Не так удобно. Чем между? Короче, давай эту, шаурму. Шаурма. Мам, мы купили шаурму, заказали. По маленькой. Да, хоть шаурмой питаемся. А то раньше ты не знали, что такое, да? Я сейчас здесь хорошо. Ну давайте еще раз сниму. Не ради рекламы, а просто для обзора. Раньше здесь было ужас, что на улице, да, помнишь? Вот на таком стуле. Интересно, я кручусь, видите? У тебя такой же крутится? Да. Вот. Да, прокручиваемся. Опа. О, дальше не крутится. А, дальше спинка мешает, вот об этом. А это что? Это отзывы и предложения. Почему отзывы и предложения, причем, должны быть в деньгах? Да. Чем больше закинул, тем лучше отозвался, да? Не, логично.
Вот так вот объявили 65-й номер по номерам. И Лариса берет. Покажи пиццу. Не пиццу, а шаурму. Ой, шаурму. Обзорчик сделай. О, нифига. Сырный соус. Сколько она стоит? 110 рублей. А твоя? А мне острая. Сколько стоит? Тоже столько. Тоже 110. Ну все, будем уплетать. Ой, какая горячая. Вот моя пицца. Не пицца, а шаурма. Шаурма. Да что ее пицца называют? Извиняюсь, кому не понравится. Дубай. Подъезжаю, я раз, я сдача 600 рублей. Не магазин, а ничего. Вы можете мне руку скинуть, остальное? Вот водичка есть даже. И во всяком есть водичка. За бесплатно. Из-под кофе налью воды. Лариса попила, а потом говорит, с этого стакана невкусную. Пришлось ей отдать пластиковую, вкусную воду. Покушали шаурма, попили водички. Сейчас поедем по полной программе отрываться в парк. Когда мы с тобой в парк последний раз ходили, Юр? Не знаю. Отъезжаем, покушали. Объелись. Смени меня, какой я. Ой, какой ты вообще некрасивый. Бэтмен. Тебе надо причесаться. А что, не сказала-то? В камеру меня, блин. Ну, сейчас мы исправим. Ага. На, исправляйся пока. Так. Все, спасибо. Дубай. Ну, дорого, ну, можно перекусить. Вкусно зато. Да? Мне понравилось, тебе как? Мне тоже понравилось, я же взяла острую. У меня до сих пор все во рту горит. Мне так понравилось, что я кушать не могу. Что ты на меня наставил? Дорогу ставь. Я же тебе расческу давала. Да? Ты ее взял, скинул куда-то. Я уже причесался. Как так? Вот это надо расческа. Надо расческой причесать. Все, едем в парк. Включай. Дай показать хоть, как мы едем. Где мы едем. По дороге. Это БИИ, Барнаульский юридический институт. Ну это как бы с торца, ну и то тут вывеска есть, а там еще с Ленинского вход. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, как там? Там не Вилли? Страшно, там не грустно, там теряю свой покой. Какая это улица, просто скажешь? Хотела красоту показать, а там как раз на помойке, хоть бы не попало. Я вот не знаю, что это за дом. Жилой или общежитие какое-то, или что. Настроили, вот тут тоже построили вот эту вот многоэтажку. 16 или 17 этажей. Проспект Комсомольский. Мы едем по проспекту Комсомольскому, вот это. Это да, давно уже построили. Как типа малосемейка, да? Какая-то. Сейчас яблоки цветут, запах хоть маленечко стоит. Первые хоть 3 дня тепло, или 2 дня. Ой, вот и сразу люди повылазили. Ух ты, какая интересная автомойка. Лицевали так ее, интересно. А вон там тоже что-то строится. Многоэтажки. Она строится. А мы уже к речному вокзалу приблизились, да? Да, я свернул, чтобы. А это вот какая улица вот эта? Не Пушкина? Ползунова. Ползунова. Ползунова, 17, дом. Старенькие улицы. Улички. Улочки. Не говори, дома тут тоже старенькие. Так, уступи дорогу. Уступаем. Улица Максима Кое-Кого Горького. Кое-Кого. А вон туда мы в тот дом приезжали, помнишь, на Таху отправляли во Владивосток? Да? Нет. Нет? С другой стороны. А, с другой? Ну, на этой улице, да? Да. Игрушки. Батарейки, парки, ничего снимать. Хотелось бы все показать, заснять. Город такой красивый. Особенно в центре. Но батарейка сядет, пленка закончится. Не понял, а что только направо поворот?
едем по главной артерии, как говорится, города Барнаула, проспект Ленина. Вынуждены были объехать, потому что там перекрыто было. Давай я через, чтобы не мутно было. ЗАГС? ЗАГС, да? В окно. Да. В окно выставлю, покажу. Тюльпаны, цветы. Когда мимо едем, все мелькает. Надо вот держать. Ну тут же стекло. Да нормально все будет видно. Да. Кто захочет увидеть. Вот машина какая-то. Вот ЗАГС. Покажи. Вообще-то. О, да, давай, давай. Видите, автомобили такие длинные, ну, свадебные. Ну и за ним уже дом строится. Проспект Ленина. Едем к речному вокзалу. А ты знаешь, как туда проезжать-то? Нет. А это что за башня с куполом? Новое что-то, новое. Не было раньше. Медные купола. Ты это снимаешь? Вот такие березки тут насадили, тополя повырубали, поспилили. Такие большие уже. Там все мелькает, вот так надо. И какая-то пустота здесь, да? Нет какого-то движника, то, что раньше было, да? Да, раньше здесь такой движняк. Вот здесь вот старый базар. Вообще поставить здесь некуда было. Не больше проехать было, столько автомобилей. Тут тоже вон часовенька, но это пораньше часовенька, а там вот... Уже, о, я не видела. Уже встречались с этой, по-моему, да? Тундры. Не знаю. Кружены. На Павлике. Чего-то нет. Владик, что ли, увидели? 125-й регион. Едем в Нагорный парк. Российские строители, думаю, мост не хуже, тоже длинный мост, что говорит, река Обь, огромная река. Куда ты ехал? Раньше здесь я ехала, я сейчас думаю, что не хватает, вывесок-то нет на нем, смотри, да, ни рекламы, ни вывесок, ничего, убрали. Все убрано. С правой стороны, смотри, видишь, загородили бордюры. Угу. Чтобы не останавливались. Раньше тут, да, тормозили машины и... Свадебные кортежи тормозили. Желтую полосу нарисовали. Короче, все, остановка запрещена. Ну что, придется сворачивать, потому что... Потому что мы проскочили. Уже больше года не ездили по этому мосту. Ничего себе! Вот вообще не ездим в Барнаул, редко мало, бываем. Мало. Ну сейчас вот эту, вот этот месяц, как ты стал по больницам ездить, так покатались, ну и то по старому мосту ездить. Че? А вот мост автомобильный, новый мост, ну как новый, 20 лет ему уже. Все новым называют. Да. Такой вот он снизу. Ой, чуть не залетел. Еще раз вид Барнаула с моста снова. Видите, там вдалеке. Да, я вот 70 почти, не 70, 65 еду. Товарищ меня обгоняет. Барнаул. Я плохо снимаю, Юра мне не доверяет. Это вот туда мы поедем, где буквы Барнаул, да? Мы не заедем. Ну, зайдем, в смысле. Да. А там тоже, что ли, часовня? Ты церквушка, типа. Часовенка. Все, уже травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка прилетела к нам. И вообще лето началось. Так, припарковались мы тут возле салона, возле сервиса BMW, что ли. И идем сейчас
Вот на ту лестницу. Вот на ту лестницу идем. Первый раз в жизни. Ни разу здесь не были. Хоть уже живем больше 20 лет. Уже скоро 30 будет. Ни разу не были. Хочется посмотреть. Я переобулась, но у меня нет шляпки. Это очень плохо. Да? Головного убора нет, плохо. Ну, такие мы. Не приготовились. Да. Вот смотрите, подземный переход, а мы не знали. Можно было. Мы здесь не были. Да, можно было припарковаться с другой стороны. Ну не мы такие одни умные. Ну там семья идет, они тоже припарковались. Тебе включить? Угу. Вот смотрите, такие вот фигурки. Иди, вставай, я тебя сфоткаю. Все истоптали. С сумкой, да, я буду? Сейчас. Ну ладно. Вот такие. Из типа веников, да, они сделаны? Из прутиков. Из прутиков. Смотрите, как классно. Молодцы. Молодцы, молодцы. Так, вставай. Барнаул с высоты птичьего полета. Вот так вот. Дали? Вот такая смотровая площадочка. Видите, все снежевики. Ну что, классно. Классно, между прочим. Обалденный вид. Вот там открытое, видите, такой большой. Это старый базар. Сколько домов понастроили. Да. Ну там я уронил бумажку. Сейчас попробую туда залезть, если меня не арестуют. Тин-тин. Так, проскользну здесь. О, отлично. Смотрите как. Опа, опа. Проскользнул. Сейчас меня тут арестуют. Вот эти бумажки наши. Оп, оп. Вон туда мне надо подняться. Ну и опять в эту щелочку. Опа. Вот мы на верхней террасе. Самый верхний. Вот так вот. Посмотри. Да. Классно. Вид обалденный. Это вот, по-моему, это женский монастырь. Ну да, барнаульский. Еще выше. Сколько метров, даже затрудняюсь сказать. Ну, судя по площадкам. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, штук. Даже не знаю, сколько. 10, может. Вниз пойду, потом посчитаю. Ну, это метров 30. Это, то есть, выше, чем 9-этажный дом поднялись мы. Слышалось? Как я что-то песню Талькова люблю. Смотреть на город из твоего окна. Да. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Это вот не застроено, да, вот где зелено? Ну да, наверное, там что-то. Перспектива еще. Ну, тут еще куча небоскребов. А это что за бараки какие-то? А это фабрики были, кстати говоря, какие-то это демидовские. Ну, я только хотела старинные. Сказать. Некоторые, вон, видите, видишь, зарастают. Где? Вот ты имеешь в виду, да, слева. Здесь зарастают? Да, да, да. Мне кажется, уже... Далеко не зарастают, да? Распределено все, да. Не, ну... Распределено-то распределено, но пока что еще... Вот при нас же это все построилось. Да. И монастырь этот, и... По-моему, монастырь был, ты что? Просто мы его не видели, пока дороги не было. А, его не реставрировали. Да, да, да. Вот реставрировали. Отреставрировали, вот да. Купола сделали. А вот эти засверкал. А вот эти высокие небоскребы, да, это, можно сказать, вот при нас... А вот на речном вокзале это дома высокие. Три дома, вот, голубенькие. Да, да. Вон с той стороны туда, за ними, видно Новоалтайск. Получается. Видите, ведется видеонаблюдение, чтобы не хулиганили. Вот исследователи Барнаула. Да, красивый парк. Так, ничего. В парке здесь такие памятные знаки. Не знаю, сколько они давно здесь, недавно. Не могу сказать, не читал. А вот это вот такая типа могилы надгробные. Ну, видно, что старинное все, видите, обколоты. Не знаю, будут реставрировать, нет. Сибирские писатели-публицисты в Сибири. Такой вот крест поставили православный в 17-м году.
Не знаю, что он символизирует. Спаси Господи. Это молитва, наверное. Ну, там строится и что-то здесь. Спаси Господи. Да, спаси Господи. Мне нравится вокруг. Тут все так. Бережно. А из чего он сделан? Да из бетона залит. А вставки мраморные. Ух ты, интересно. Сей честный крест Господень возобновлен в память 2000-летия Рождества Христова. Вот какой. А то никто не помнит. Ну ладно. Спаси и сохрани. Какой он высотой-то? Ну, метров 6-7. Вот такой вид открывается на мост, как мы говорим, новый мост. Иди сюда. В 1998 построен. А буквы где? Вот здесь где? Нет, там дальше, вон они, верхушки видны. Вон они. Пойдем нет, туда. Нет. Скажи это. Дари. Я сейчас у Юры спрашиваю, нравится ли тебе здесь? Конечно. А я говорю, за последнее время это для души самое лучшее состояние. Ну, за сколько за последнее время? Ой, я даже не помню. Месяц-два? Я вижу только нашу улицу. Да. Уж. Которая не очень-то. В приглядном виде. Хотя здесь еще все, вот, видишь, ни зеленухи не, нету. Не сделано. Ну, делают хотя бы. Такой ветерочек приятный. Слегка. А, без скамеек, правда. А, вот скамейки на улице. Никогда не был сзади букв Барнаул. Спереди мы их видим. Сзади они вот такие. Они, кстати, по своему размеру, по-моему, даже больше голливудских. Да. Голливудские такие тонюхоньки. Метров 6 есть вот основание? Ну, наверное, да. Если не больше. Надо посмотреть в интернете. Вот здесь вот рядом с этим парком жилой сектор. Видите, заборы позакрывали поликарбонатом цветным. Видимо, народ на ЗИД. Вообще можно подъехать вот аж сюда. Вот смотрю, 70-й номер. Это что у нас? Ну, это другой. Не знаю, может, Тюмень. Вот люди приехали. Видимо, по навигатору. Никогда здесь не Ты жили. Ты говоришь, что нам интересно было подняться, поэтому мы не подъехали сюда. Но мы бы тогда спустились. Не, ну там по лестнице-то интереснее пройти. Ну, не знаю. Вот это все, что где мы гуляли на горном парке, это называется... Не Нагорный парк, это называется мемориальный комплекс с храмом Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Понятно, нынче в религию вкладывают денег. Ой, ну ладно. Назад как-то идем уже уставшие, да? Ну. Ничего говорить даже неохота. Скучновато. Решил посчитать, сколько же ступенек вниз. Насчитал пока 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. Ну там включусь пониже. 97, 98, 99, 100. Идем дальше. 95, 96, 97, 98, 99, 200. И это еще не все. Ну вот, я насчитал 225 ступеней. Каждая ступенька высотой 15 сантиметров. 10 ступеней это 1.5 метра. И умножаем на 22. 1.5 умножить на 22. Сколько будет? 330. Нет? 1.5 метра умножить нет, на 22. Нет, неправильно. Туда, налево. А, или нет, правильно. Давай. Ну, если 1.5 на 10, 15 метров, 30 метров. И там... Ну да. 33? 33 метра. И еще 5 умножить на 15. Нет. Давай, это короче. 75. Это... 33,75, короче. 33 метра 75 сантиметров. Вот такая высота. 1,5 умножим на... Сколько? 225 ступенек. 225. 337,5. 337. Ну я же говорил, 33,75. Не 300, а 33. 75. Ну 300 же метров. Вот, ну, вот эта горка 34 метра. 4 метра, да. Ну там плюс. Еще немножко поднялись. 34 метра. Пришли к своему дому на колесах.
Вау, здесь сейчас жара. О, хорошо. Не знаю, как люди на курорты ездят. Это же надо ходить, что-то делать. Да? Ладно, на курорт. Да еще курорт, пить. Подожди, на курорт какие пить? Это на отдыхе? На отдыхе, да. Ты что, ты будешь там культурной программой заниматься? Ну да. Короче, решили, что мы приехали немножко не вовремя. После месяца холодрыги 10-5, а то и 3 градуса. Сегодня жара под тридцатник. Да, изнывающая. Мы устали и решили, что мы неправильно сделали. Ну, лет через 20 приедем вовремя. Да, 30 лет почти прожили, не были. Через 30 подъедем вовремя. Не могу. Всем пока. Тут меня супруга благодарит. Я говорю, спасибо за культпоход. Да, вернее, ну я не знаю, это нет, экскурсионный поход, это не культпоход. Ну а что, не культурный? Мы бескультурно ходили. Да, может, еще и культурный. Да. Мы сейчас едем на старый мост. На наш любимый старый мост. Нам еще надо на теплоходе прокатиться с тобой как-нибудь. Ага. Жаркое время. Без теплохода мы тут. Мы с тобой катались, помнишь, как ты с Андреем в школе? Он был в третьем или в каком классе? Или да. Во втором? В первом? Сейчас. Мы раза два ездили. Это в третий класс, это 10 лет, да, ему было? Ну, а сейчас примерно. 30-ка. 20 лет назад? Ну, нормально. Мы решили возобновить. Через 20 лет. Культурную программу. Ну да. Вот сейчас, смотрите, еду за автомобилем. Госномер Н-155-СО. И еду специально за ним, ну, уже, наверное, километра два. Смотрите, как поддымливает, да? Звоню и спрашиваю его, ну как, вы автомобиль продаете? Продаю, Toyota Crown. А как состояние автомобиля? Да, все отлично, все в порядке. Я говорю, а движок как? Отлично. Я говорю, масло не жрет? Да, маленько подъедает так, маленько. Я вижу, как маленько. Три литра движок, он, наверное, литр на... Ну, на 1000, это я еще, наверное, в лучшем случае. Он боится газовать. Вот так вот. Литровый движок, он бы уже где был, да? Ну да, только до педальки. Боится газовать, а то сильно дымит будет. Распугает клиентов. Вот такая вот рекламка небольшая. Вот эта вот. Ну вот моя деревня, вот мой дом родной. Набрали мы воды, потому что у нас водичка-то ржавая. На улице Луначарского, город Новоалтайск, Луначарского. Ржавая, невозможная вода, можно сказать, техническая. Она не просто ржавая, она еще имеет запах болота. Да, хотя трубы там типа поменяли. А еще после того, что мы проехали там в Барнауле, поворачиваться сюда, хоть и говорят, что вот тянет домом родной, там пусть он хоть где, что-то как-то грустно становится. Да, сейчас покажем нашу улицу очередной раз, высохшую, правда. Уже же 2 дня тепло стоит. Поехали. Прям пыль увидела, у меня настроение упало. Мы сейчас воду набирали, мальчишки подошли. Мальчишки-то, ну, поскольку...